город Каир или если из город Луксор. Если он, например, он получает зарплату в месяц $100, как он может жить вместе с семьей, если в нашем городе Луксор? Потому что снимать квартиры в нашем городе Хургаде, конечно, это очень дорого. Минимум квартиры стоит в нашем городе Хургаде $200. Поэтому они заработают месяц, потом они уезжают домой. Здесь, если из города Каир или город Луксор. Тоже увидите очень много мужчин здесь в нашем городе Каир сегодня. И очень много женщин, которые они одевают длинную одежду. Длинная одежда, уважаемые, это которая называется египетская национальная одежда. Это называется галабия. За это галабия у нас здесь очень много носят женщины и мужчины, потому что у нас здесь всегда очень жарко. Если мужчина, например, будет носить брюки или рубашку, конечно, это не очень удобно. Потому что иногда, когда у нас очень жарко в Майами, иногда бывает плюс 40, плюс 45. Но плюс 45 это бывает на юге Египта, где наш город Луксор и где наш город Асуан, который на юге наш город Хургада. Это все, где мы сейчас собрались в стране из нашего автобуса. Это город Каир, столица Египта. Это сторона, которая сейчас собрала страны из нашего автобуса, и там мы пойдем на эту страну после нашей пирамиды. Город Каир просто два части. Первая часть это где мы сейчас, на восточном берегу реки Нил. На западе реки Нил у нас мы будем сейчас город Ильгиза. Скоро наша остановка. Сейчас наша остановка в районе, которая на реке Нил. Сразу, пожалуйста, выберите с собой ваш фотоаппарат, видеокамера. Мы стоим здесь так почти основателем первой династии и древнего царства. Наемными рабочими, работавшими за право. Рабства в Египте не было. До сих пор досконально неизвестно, каким образом более 4500 лет назад огромные каменные блоки поднимались наверх во время строительства. Существует несколько теорий на этот счет, одна из которых подтверждается тем, что найдено за неоконченным первым пилоном храма в Карнаке. От поверхности каждого нового установленного слоя каменных блоков делали спуск из камней и глины, по которым на деревянных санях завозили каменные блоки для следующего слоя.